Всем привет! На днях соорудил мангал и решил вам показать, может быть, кому понадобятся наработки. Мангал полностью раскладной. Ножки крепятся на барашки, а внутри стенок приваривал гайки, куда они закручиваются. Барашек сам притягивает обе стенки и ножку. Конструкция крепкая. Сейчас я вам покажу, как он выглядит в собранном виде. Расстояние между шампурами делал 8 сантиметров. Как раз два куска мяса, чтобы не мешали друг другу. Длина чуть больше 50 сантиметров. Дно делал 50. А стенки получились чуть длиннее, потому что при закрытии они уходят на внешнюю сторону. Ширина 30 сантиметров и высота 19 сантиметров. Стенки крепил на петли. Плюс в том, что не пришлось сверлить отверстие для обдува угля. Внутренние стенки, боковые стенки маленькие, я внутри приваривал петли и приваривал их чуть ниже, чтобы когда она закрывалась, она уходила вглубь, чтобы и длинная стенка плотно закрывалась. Ножки складываем вовнутрь. Длина ножки делал с учетом, чтобы вмещался мангал. У меня получились 45 сантиметров. И шампура. Сделал застежку и ручку, чтобы было удобно его переносить. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, видео было полезным. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем пока.